Спасибо, что просматриваете мой персональный блог, который называется Beautiful Any Age, где я делюсь очень важной, очень нужной информацией, какими-либо продуктами, которые я пользуюсь сама, какими-то daily supplements, косметикой, все то, что помогает мне оставаться здоровой, красивой и сохранить мою молодость и здоровье на долгие годы. И сегодня я бы хотела рассказать вам еще об одном открытии, которое, в общем-то, об одном продукте, который я открыла сама для себя совсем недавно. Это уникальная, в общем-то, зубная паста, полоскатель и зубная щеточка. Вот, это все тоже с одной компанией. Это сет вот такой вот, который я, в общем-то, недавно заказала. Когда я приехала в Америку, я очень долго искала какие-то вот такие специальные продукты для личной гигиены, все что то, что, допустим, дезодорант, все что не включает в себя никаких сульфатов, никаких химикатов. Вот, и, в общем-то, я, конечно, не могла очень долго найти, и, наконец-то, на мое удивление, я нашла в одной компании вот этот вот сет. Это очень уникальный сет, честно вам хочу сказать. Вот, я его заказала, когда я прочитала, что он действительно не содержит никаких сульфатов, никаких химикатов, все, в общем-то, на натуральных основах. Я заказала, вот, я попробовала. И, честно сказать, вначале я как-то была немножечко в сомнении, потому что, в общем-то, мы привыкли, вот здесь покупаем ополаскиватель, да, зубную пасту, и когда мы этим используемся, получается, особенно ополаскиватель дает какое-то жжение, да, в нашей ротовой полости. Вот, я уже привыкла, что это должно быть действительно убивать, так сказать, всех микробов, все. А когда я попробовала этот ополаскиватель, в общем-то, он такой настолько-то мягкий, такой, даже практически нету такого вкуса. Так, есть немножечко мяты, знаете, где-то вот очень-очень нежный, очень вкус. И также то же самое зубная паста. Вот. Зубная щеточка, она сделана из бамбук. Это вот эти вот сами ворсинки, они из бамбука. Не сама щетка, а вот именно ворсинки. Вот. То есть это все очень beneficial, да, очень хорошо, благоприятно влияет на ваши десна и на ваши зубы. Вот. Но когда я попробовала один и второй раз, вы знаете, я потом заметила такое улучшение именно во всей моей родовой области. Во-первых, очень десна укреплились, понимаете, никакой красноты нету, никаких там запахов, никаких, в общем-то, оно настолько мягко действует и в то же время чистит, очень клинит, вот вообще просто вот шикарно. Мне настолько стало нравиться эта зубная паста и вот этот вот ополаскиватель, вот, я же говорю, никаких вот дискомфортов не ощущаете, и в то же время, после того, когда вы почистите, получите вот рот этим ополаскивателем, просто очень хорошее вот ощущение в ротовой полости, получается такая свежесть и какая-то, знаете, вот здоровый такой вот какой-то эффект получается. Вот я, кстати, подарила на Новый год своему сыну, старшему сыну, вот это тоже сет. Вот когда я ему принесла, сказала, на, попробуй, потому что он очень такой пики у меня, не любит тоже какие-то сульфаты добавлены, все. В общем-то, тоже когда они приехали в Америку, они говорят, слушай, здесь вообще нету такой вот продукции такой вот, они с Москвы приехали, в общем-то, мы могли купить что-то органическое. Вот, я ему принесла вот этот сет и сказала, на, ты попробуй, вот эта щеточка бамбуковая. Он говорит, я купил себе щетку бамбуковую, она вообще какая-то непонятная, а он купил себе вот эту вот основу из бамбука сделана, вот, дерево. И потом он сказал, там что-то, в общем-то, она то ли поломалась, ну, в общем, нет, я говорю, ты попробуй сначала, потом ты мне скажешь. И буквально он попробовал, и на следующий день он мне позвонил и сказал, ты знаешь, я в восторге от этого сета, действительно, мне очень понравился, я чувствую эффект, мне очень нравится, вот, и у меня тоже несколько таких наборов, я принесла на работу один, потому что я после каждого употребления пищи, я всегда чищу зубы, это уже у меня такая вот рутина, я уже настолько к этому привыкла, даже если я иду куда-то в гости или куда-то на какое-то мероприятие, честно сказать, у меня всегда с собой зубная щеточка маленькая и зубная паста, вот, я всегда после буквально каждого употребления, я всегда стараюсь почистить зубы и освежить полость рта. Вот, потому что здоровые зубы, здоровые десна – это в первую очередь
есть показатель вашего желудочного кишечного тракта, потому что все микробы, все какие-то бактерии, в первую очередь, они собираются в ротовой полости. Если мы это все не убираем, не счищаем, естественно, это все проникает в желудок потом, и кишечно-желудочный тракт вызывает вот какие-то проблемы, какие-то там неприятные вещи, все, которые приходят с желудочно-кишечным трактом. Но в первую очередь, естественно, все это идет через ротовую область, потому что мы дышим, все это потом проходит, мы кушаем пищу, мы пьем, вот, и потом только это, естественно, все спускается. Поэтому, конечно, если происходит хорошее очищение всего нашего ротовой полости, десна в хорошем состоянии, конечно, это как бы альтернатива, это не радикальные изменения. В первую очередь, если вы хотите улучшить десну, улучшить зубы, вам надо постоянно посещать зубного врача, вот, проходить меры. Я вот хожу всегда 2 раза в год, а вначале я ездила 3-4 раза в год, когда я приводила в порядок все десна свои, все, вот, это была глубокая чистка десен. И сейчас, как бы, когда все это в порядке уже, я хожу 2 раза в год, вот, на регулярные аппойтменты, где мне чистят зубы, вот, клинят они, ну, как бы здесь все, да, должны ходить, вот. И если вы потом еще в домашних условиях поддерживаете хорошей зубной пасты, опять-таки, если вы не хотите, чтобы у вас какие-то химикаты были во рту или что-то потом, какие-то реакции вам дали, побочные эффекты, то я бы очень рекомендовала вот этот сет, который я пользуюсь. Вот, у меня есть другая зубная щетка, у меня есть такая Sonic, которая, она как бы электро на батарейках, вот, но когда я попробовала вот эту щеточку, конечно, вот чувствуется, понимаете, вот эти вот ворсинки, да, бамбуковые, они прямо вот видно, что они счищают, можно и языковый налет счищать, и десна, вот вообще сами десна, такое потом ощущение, знаете, какое-то немножечко вяжущее, и в то же время вот такой вот мятой, да, вот какой-то освежающий, хотя это очень-очень мягкий, понимаете, очень мягкий эффект, от ополаскивателя, этот не тот американский жгучий, который начинаешь полоскать, и у тебя там все заходится, невозможно. Вот, паста очень приятная, она тоже вот никаких щелочей не вызывает, понимаете? Это все связано с желудком. Если какая-то происходит щелочная реакция во рту, значит, оно все идет и в желудок. Мы непроизвольно что-то глотнем, правильно, какую-то воду или что-то, а это все как бы натурально, органик и очень-очень мягко, очень эффективно действует на всю вашу полость рта, и вот эта связь с желудочно-кишечным трактом, конечно, будет очень хороший эффект будет производить. Вот, поэтому вот я хотела бы с вами этим поделиться. Опять-таки, это мои наблюдения, это то, что использую я для себя, вот, для своего здорового образа жизни и для ухода за своими зубами, за своими деснами, потому что это наша красота, это наша улыбка, это наше свежее дыхание, понимаете, это все как бы находится здесь. Вот, а уже решать вам самим, пользоваться это или нет, тем, кто захочет воспользоваться, заинтересуется этой продукцией, пожалуйста, можете мне позвонить, или очень скоро эта продукция будет также на моем веб-сайте, где вы можете найти любую информацию по любому продукту, опять-таки, только те продукты, которые использую я сама. Вот, и также будут даны линки, по которым вы можете просто перейти и сразу попасть на этот продукт и купить, и посмотреть компании, и, может быть, помимо этого продукта вы захотите что-то еще, какие-то продукты для себя, которые для вас будут подходить. Вот, пожалуйста, это будет все предоставлено на веб-сайте. Вот, совсем-совсем чуть-чуть, совсем немножечко уже заканчиваем мы все это, и уже скоро мой веб-сайт выйдет, так сказать, в жизнь. Вот, ну а пока я здесь, я всегда рядом вам помочь, всегда ответить на ваши вопросы. Если какие-то возникнут вопросы и какие-то вы заинтересуетесь продукцией, захотите ее купить, пожалуйста, звоните, пишите мне, я всегда рада вам ответить. А на сегодня всем пока-пока, спасибо за просмотр, спасибо, что вы всегда со мной остаетесь, вот, я рада очень предоставить вам всю эту информацию, и я желаю вам, конечно, всего самого наилучшего в наступившем новом году, а самое главное, здоровья, и оставайтесь красивыми на долгие-долгие годы. Пока-пока.